Вот такой вот хорошенький взял. Ну как хорошенький? Не гигант, но начало дня очень хорошее. Я думаю, где-то здесь кило полтора. На такой зман взял. Очень много холостых поклевок. Сразу взял. Щука, что ли? Ну что так сразу кинулась-то, а? Нормальная щука. Будем тебя спасать. Она сожрала куда-то. Выкинула рыбку. Вот поэтому всегда нужно иметь запас. Сразу заодно покажу, как одевается. В принципе, ничего сложного есть здесь. Так называемый вот такой штопор. Вставляется, опускается и накручивается до конца. Вот и все. А этот загоняется тройничок в спину. Болтался. Все, и готов. Давай, бери. Есть, щука. Щука взяла. Опять щука, сейчас будут пляски. Здоровая. Во. Мать, а. Ну, не такая уж и здоровая, но... Пошла, не торопясь. Засранка. Ой, где все большие судаки-то, а, сегодня? Вот сюда. Пошел. Есть! Взял! Хорош! Хороший. Даже сопротивляется. Куда пошел? Иди сюда. Вот, это уже хороший. Ну что? Хороший. Думаю, где-то кило два. Может, чуть побольше. Ого! 60 сантиметров. О, что-то хорошее. Что-то хорошее, ребята. Хорошее. Что-то хорошее. Шутка. Скучно просто стало.
Лёха, вон туда. Стой. Вон туда, назад. Далеко. 20 метров. Швырни там, вон стоит что-то какое-то пятно. Прям у дна стоит. Или это две рыбы, или это одна большая. Давай я сачок приготовлю. Что-то Леха поймал, короче, рыбку небольшую. Поймали крокодайла. Такая морда. Беловец на щуке, как у тебя было подписано. Да, кстати, это вот. Знакомьтесь. Такая жаба. Вот у нее сейчас морда точно как у жабы. Я сейчас к ней прям приманку подвел. О, развернулась. Щука свечкой встала. Вон она. По зубам прям шарпнула.